Здравствуйте, мои всегда занятые друзья! Меня зовут Наталья, и добро пожаловать на мой канал «Фитнес и красота. Легко и просто». Делюсь с вами массажем гуаша «Крепкие щечки», а это значит, что мы будем тонизировать и укреплять мышцы щек, чтобы они были красивыми и упругими. Итак, начнем, как обычно, с нанесения достаточного количества масла на лицо, шею и область рядом с ключицами. Лучше нанести масло больше, чем меньше, чтобы не тянуть и не травмировать нашу кожу. И несколько кругов головой для разминки. Раз, два, три, в другую сторону. Раз, два, три. Вращение плечами вперед. Раз, два, три, назад. Раз, два, три. Отлично. Встряхнули руки, встряхнули кисти, поработали пальчиками вперед, назад, наружу, внутрь, чтобы немножко подготовиться к нашему массажу. Итак, начнем с движений от уха вниз. Ключицы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. И теперь под ключицами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. Небольшие движения от уха вниз, буквально 2 сантиметра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. Мы уже приближаемся к нашим щекам. И подбородок тоже очень важно, потому что мышцы подбородка поддерживают щеки. Раз и покачали. Два, покачали. Три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. И небольшие круговые движения от центра подбородка к уху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. 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 И разгладим от центра подбородка к уху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Теперь размещаем наш инструмент вот таким образом, рядом с ноздрями, и круговыми движениями под мышцами скул. Здесь расположено очень много точек, как у прессуры, и работа над ними поможет активировать мышцы щек, улучшить циркуляцию. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 30. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 40. Я говорю во время массажа, поэтому мое лицо не полностью расслаблено. Следите за тем, чтобы ваше лицо было расслаблено обязательно. Это крайне важно. И теперь поехали вдоль носогубных линий. От ноздрей к кончикам губ. Круговые движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 20. Здесь тоже очень много точек акупрессуры. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 30. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 40. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 50. Ну, думаю, достаточно. И теперь большими круговыми движениями. Раз. Захватываем все мышцы щек. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Отлично. Разглаживаем. Чуть-чуть круговыми маленькими движениями поработали. Сначала размещаем инструмент рядом с ноздрой и рядом с кончиком губы. С другой стороны то же самое. И раз, два, три, четыре, пять.
И разгладили, и здесь покачали. Раз, два, три, четыре, пять, около уха. Вот эти линии очень важны тоже. Они способствуют лимфодренажу, циркуляции. Поэтому мы работаем с ними тоже. Раз, два, три, четыре, пять. И к уху. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Отлично. И разглаживаем. Инструмент направлен так же, как и был до этого. Раз, два, три. И верхнюю, и нижнюю часть щеки. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И покачали. Отлично. И поднимем немножко наши щечки. От носогубной линии вверх к уху. Даже не к уху, а к линии роста волос. Вот здесь. Раз, два, три, четыре. Чувствуем. Пять. Инструмент плоско к коже держим. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Замечательно. И чуть-чуть лимфодренаж дополнительный. Раз. От центра носа к уху вниз. От центра носа к уху вниз. Два. Три. Четыре. Пять. И в дополнение к щекам поработаем немножко над глазами и над оставшимися областями нашего лица, чтобы был у нас полный массаж. Это тоже важно, потому что все в организме взаимосвязано. И под глазами очень нежно, аккуратно не тянем кожу, и прямо под веком и к линии роста волос покачали. Раз, два, три, четыре, пять. И небольшие круговые движения от внешнего края глаза к линии роста волос к вискам. Раз, два, три, четыре, пять. 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 И поднимем. Раз, небольшой лифтинг. Два, покачали. Три, четыре, пять. И брови. Тоже небольшие круговые движения. Раз, два, три, четыре, пять. И наверх. Раз, два, три, четыре, пять. Наверх. Раз, два, три, четыре, пять. Наверх. Раз, два, три, четыре, пять. Наверх. Отлично. И теперь каждую бровь захватили буквально инструментом. И держим инструмент очень плоско к коже. Это важно. И поднимаем наверх. Раз. Покачали. Два, покачали, три, четыре, пять. И теперь от центра немножечко помассируем точку между бровей. Раз, два, три, четыре, пять. Другой рукой можно, пока правая отдыхает. Раз, два, три, четыре, пять. Еще разок. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И теперь вверх. Лифтинг. Раз. Плоско кожа инструмент. Два, три, четыре, пять. Отлично. И лимфодренаж. Финальные шаги. Раз, два, три, четыре, пять. От центра носа. Раз и вниз. Два, три, четыре, пять. От центра губы к ушам. Раз. Вниз. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. И теперь над ухом, за ухом, вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Я надеюсь, что вы чувствуете, как
подтянулись и стали более крепкими ваши щечки, смотрите другие мои массажи гуаша, короткие тренировки, советы по красоте и здоровью. Большое спасибо, что смотрели это видео. Смотрите другие видео, подписывайтесь на канал и будьте здоровы и счастливы!